Артём, поздравляю с победой. Снова вернулся в обойму, провел полный матч, отдал голевую. Как эмоции? Спасибо большое. Да, очень скучал по полю, по матчам. Это тяжело смотреть со стороны. И безумно рад, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков «Локомотива», всех нас. Трудовая игра на безобразном поле. И очень важно было сегодня победить. И для команды, для вот нашего. Это очень важная победа. 3 очка. Мы набираем долгожданные 3 очка. И вот эта победа очень для нашего коллектива очень важна. И Глушенков умничка. Хоть мы... Его надо, конечно, пинать. Просто Артём весь матч Глушенкова поддерживал, так ласкал, любил. С ним по-другому никак, знаешь, только из-под палки. Кнут и пряник. Это как... И очень рад, что мы выиграли. И спасибо огромное медицинскому штабу, то, что меня хорошо восстановили, все получилось. И я рад, что сыграл 90 минут, потому что мне было приятно, когда ребята говорят: «Не вздумай меняться». Я думаю, я вас услышал. Поэтому очень тяжелый матч физически. Наверное, самый трудный физический матч был. Наверное, из-за газона так получилось. Но 3 очка, как говорится, очень важно и не пахнут. Ты вернулся в состав, мы победили. Эти факты связаны между собой? Слушайте, ну, не знаю, не совсем, наверное. С одной стороны, возможно, да, потому что команде необходим форвард, все равно человек, который будет цепляться за мячи, тем более по такому полю. С другой стороны, может быть, какие-то сечения обстоятельств. Я не знаю, не мне судить. В любом случае, моя задача как футболиста – помочь команде, и для меня нет ничего важнее, чем победа. И вот с этим посылом, если все наши игроки будут, а я уверен, что большинство именно так, не за себя, а за команду, тогда у нас будет большое будущее. К слову, Глушенкова, которого надо пинать. В первом тайме ты делал точную скидку головой на него, но с ударом Максима справился вратарь. Что ты ему сказал после этого эпизода? Ну, наоборот, поддержал. Ничего страшного. Все хорошо. Здесь как раз здесь я считаю, что неправильно что-то какие-то высказывать. Есть вопросы там какие-то другие, когда там кто-то не добегает или не дорабатывает. Это уже вопрос другой. Ну, как говорится, кому многое дано, как говорится, где-то многое можно и спрашивать, но где-то многое и прощаем. Это артикнезиан, болеющий. Как тебе музыка в раздевалке? Музыка мне нравится. Я прощаюсь навсегда. Кондукт и... Тихо, забавно. Вообще, самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле. Артём, последний вопрос. Что за празднование с Изидором было после финального свистка? Ну, у него день рождения был, и поэтому у нас такой прикол был у меня со звоном. Они прыгучие, блин, скоты, блин. Я вроде высокий, так прыгают высоко. Я его гепардом называю. У него день рождения сегодня, и мы радовались победе. И я говорю, там, на Изи с днем рождения. И он выпрыгнул, так просто порадовались. Поэтому ваш любимчик сегодня день рождения, и он рад победе команды.